Инстаграм. Я же номер написал. Ты свой номер не пиши. Наверху. Вот это видео на закрепах. Да. Арина, привет, как дела? Дурак? Реально пешком, чтоб нам... Нет, он отменил. Вот, блин, пугает, конечно. Надеялся просто тут. Пойдем. Не, тут, если я скажу, то мне потом как все на этот номер звонить будут. Скажи, я хорошо, что делаешь? Додумалась до что роллы дорогая. Заказали? Нет. Кто подал тебе такую идею? Расскажешь мне? Пошли. Ну давай. Настя, продиктуй номер карточки. Так, значит. Потом перешлешь мне. Так, тогда ждите, сейчас скажу. Значит, 44. Сволочь. Лада, привет, как дела? Что такое? Не диктуйте от греха. Расскажи. От какого греха? В каком колледже учишься? В Туране. Может, давай мы тебе в личку напишем? Я не верю вообще в это. Я не знаю, я хорошо. Как мне быть? Ребят, дорогая, пишите плюс, кому в личку номер карты скинуть. 35. Что она сказала? Что? Я знала, что ей... Пиши курьеру, пусть быстрее едет. Я как ничего будто. Она не говорила. Я с Алматы. Сказала, что... О, самурай. Настя, это тебе самурай деньги еще пришлет. Так. Я запоминаю. Напишите мне, пожалуйста. Ты на меня подписался? Я помогу. Я на тебя подписалась. Я сделаю все, что в моих силах. Ясно? Откуда будешь сам? Я с экипа Стуза. Райан Станция Бащаку. Классно. Сохраняй свой брак. Так. Не будь как я. А в Инстаграме подписался? Бла-бла-бла. Это женщина сумасшедшая. Леша. Откуда? Леша, 111 тенге скинул. Ты сильная. У тебя случайно одногруппник, Стас, нет? Есть. Мой любимый одногруппник. Я не позволю ей это сделать. Мне нельзя говорить, сколько лет. Тут почему-то блокируют. Здравствуйте. Леша, мы все, мы гуляем на твои 111 тенге. Настя, бизнес заказывай, едем в аэропорт. Билеты берем. В Астане бываете? Вообще нет. Где? Станислав, в Астане. Как видите, вам уже пора. Доброй салам ночи. Тогда ему. Передам, но он в колледж не ходит. Ладно. Доброй ночи. 5555. Хорошо. Вот теперь мы точно на бизнесе доедем до аэропорта, ребят. Собираем теперь на билеты. Хватает еще миллиона. 999 тысяч. Вы после эфира хотите? Во время не получится. Во время за город Алмата. Во время не получится. Меня так тронуло. Я не смогу к тебе перейти в аккаунт. Братка, ничего не надо. 999 тысяч. И 4 кури гриль, 4 яблочных сока. 7 средств, 8 средств, бомбическая. Карты. Виниры? Итак, нет, у меня нет винир. Рассказывайте ваши новости. Что происходит? Что приперся? Ну, что сделано, то сделано. Хватит с нас выходить. Дайте номер, карты скину. Самурай, мы тебе тоже скинем. Я жду объяснений. Это, короче, я смотрела одной девочке эфир. Она такая говорит: ребят, давайте. Там, допустим, чел скинул, допустим, Леша скинул. Ну, почти 6 тысяч, да? Кто больше скинет, типа, кто больше скинет денег, с тем я увижусь. Прикинь, она там насобирала, ничего себе. Для мне такие зубы. Брекеты. Зачем в лифте сфоткалась? Чтоб тебе отправить. За что мне это, Аллах? Ты кто? За что? За что? Прочитай наоборот. Ты меня не слышишь. Буду говорить с тобой по-другому. Ты слышишь меня, Суна? Не я покажу тебе. Покажу, как я надо я сбывший жить. Через капси, блядь. Каспий общался в блоке, был везде. Да, мой бывший также со мной общался через Каспий. Твой тоже.
да. Это фирменное. Это любимый способ общения через класс. Так почему по стольнику? Может, поищем? У меня сестра стоматолог, поэтому у меня фетиш на хорошие зубы. А у нас фетиш